Китай вновь выступил в роли грозного союзника России, откровенно встал на сторону Владимира Путина в скандальном украинском вопросе. Как стало известно сегодня, власти КНР готовы воспользоваться правом вето на любые решения Совбеза ООН, направленные против России. Более того, Китай мастерски охладил геополитические амбиции США требованием погасить свои долговые обязательства золотом. Угроза достаточно действенна, учитывая тот факт, что золотой запас американцев не покрывает долговых обязательств. Как сообщают сайт вести.ру, лидеры Китая уже провели переговоры с Турцией и убедили ее не пускать корабли НАТО через пролив Босфор. Эту информацию в КНР пока никак не прокомментировали, но факт подтверждают в российских СМИ.